cer al Chinei, din momentul în care au intrat în anul 2000 în Organizația Mondială a Comerțului. Acolo acum... au fost sprijiniți de americani. Și ce s-a întâmplat? De la ce s-au luat? Datorită americanilor. Și de ce nu mai... Lucrurile s-au despărțit ulterior. Sigur, americanii au sprijinit ca s-au gândit, doamne, trebuie să avem aici un contrapunct la Rusia. Eu vedeau în China un partener, cum văd, de exemplu, în Japonia, acum, în zona respectivă. Pentru că americanii gândesc în logica unei lumi bipolare. Da. Nu multipolare. Hai să aruncăm o privire cum gândesc rușii pe stradă. Hai să aruncăm. Ce mai zic rușii ăștia? Cred că nici la televiziunile rusești nu au atâta informație de la firul ierbii cum avem noi cu rușii. Întrebați rușii, domnule, de ce credeți că sunteți tot timpul bombardați cu această spaimă care este Occidentul? Hai să vedem ce cred rușii despre această situație. Rușii, întrebați, că nu-l fi toți. Он говорит то, что Запад однозначно наш враг, он хочет нас раздербанить. Он правильно говорит, я доверяю своему президенту. А что, если они на нас все время прут, конечно, негативные. Вот и Владимир Владимирович тоже постоянно высказывается, что это вот главный наш враг. Я согласен. В настоящее время, да. Какой-то враг, который хочет нас там уничтожить, это геями запугать. Так, Артём, извини, я на камеру не буду говорить своё мнение. То есть я думаю, что нейтрально ответить на этот вопрос не получится. Я в любом случае, так или иначе, своё мнение выражу, и мне просто страшно это делать. Даже касаемо вот того Запада, то есть враг ли для вас Запад или нет? Ну, для меня лично враг, не враг Запад, не враг. Я его не считаю вражеским. Нас посадят. Да не беспокойтесь, мне не Да нет, я шучу, конечно. Да, имеет. Ну, я свое мнение скажу. И что, Россия – это страна большая, да? Западу интересно быть главенствующим, да, над всеми. Вот, Россия – огромная и как бы сильная страна, поэтому нужно ее давить, душить. Ну, что не удастся, я думаю. Ну, я уверена. Да? Почитайте историю. Почитайте, посмотрите, что хотел сделать во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне Адольф Алозевич. Поэтому история циклична. Они хотят сделать то же самое, потому что у нас есть все, у них нет ничего. Я имею в виду природные ресурсы, все остальное, у них нет ничего. Но если бы не было Америки, не было бы войны на Украине, если бы не было ее давления, во всем виновата Америка. Вот Путин говорит сейчас то, что вот это вот противостояние, если ну, с коллективным Западом, если мы проиграем, то... Мы не проиграем. Не проиграли Великую Отечественную. Ну, тут уж проиграть смешно. Может, мы, наоборот, этот Запад присоединим к себе. Америка будет Россией называться, и вообще все будут Россией. Да не будет она Россией называться. Она другая, просто другая. Мы другие. Не кажется ли, вот, что сейчас какая-то такая повестка появляется, как будто вот ненавидеть Запад? Ну нет, я так не считаю. Как минимум, знаю то, что он просила. А вот Путин постоянно сейчас говорит то, что вот Запад, он хочет нас там уничтожить, свои ценности какие-то принести. Ну, я тот уровень не рассматриваю, на котором он говорит. Не кажется, что нас как-то запугать, что ли, им пытаются? Не знаю, возможно. Там вот этим Западом я злым. Я в это не вникаю. Запад для меня это путешествие. Ну как думаете, вот это вот запугивание, оно имеет смысл? То есть действительно ли Запада стоит опасаться? Я думаю, нет. Это пропаганда чистая, чтобы свою внутреннюю политику как-то менять в сторону граждан, которые живут здесь. То есть это нам на пользу, получается? Нам нет. Нашей политики, да. Камаша, сын.